Гулия Мухаммединова работает старшей медсестрой профилактического отделения поликлиники номер 3. Она всегда следит за личным календарем прививок. Вот сегодня пришло время вакцинироваться против кори. Будучи я сама, как говорится, медсестра, знаю, что это такое, насколько это опасно. Поэтому я стараюсь придерживаться всем вакцинациям. И вам всем советую. У меня все близкие, знакомые также вакцинируются. Защититься от кори возможно с помощью прививки. Так вот эта сухая вакцина коревая культуральная, живая, она разводится с помощью воды для инъекций. Перед вакцинацией обязательно осмотр у медработников. Они измерят давление, сатурацию. И если нет никаких противопоказаний, то можно и привиться против кори. Как отмечают врачи, это опасное заболевание. Если в помещении находится 100 человек и есть больной корью, то заражены будут от 93 до 97 человек. Поэтому заразность выше, чем даже у ветрянки. Заболевание протекает у деток легко, потому что это считается детской инфекцией, но взрослые подвержены более тяжелым случаям инфекции. Протекает обычно сложнее, с высокой температурой. А еще инфекция дает осложнения – отит, гайморит, менингит, энцефалит, вплоть до летальных исходов. Поэтому врачи рекомендуют вакцинироваться. Это делается в возрасте 1 года, ревакцинация в 6 лет, а взрослым надо укреплять иммунитет через каждые 10 лет. От кори меня прививали в 7 лет. Сейчас в связи со сложившейся эпидобстановкой я решила сделать ревакцинацию, потому что очень много осложнений. В Челнах вакцина от кори есть. Привиться можно в своей поликлинике по месту прикрепления. Эльмира Гайнудинова, Артем Колесов, новости Челны ТВ.